Здравствуйте, друзья! Вы на канале InformTV. Близкие Евгения Кунгурова и его поклонники продолжают обсуждать трагедию, которая случилась в понедельник вечером. По информации СМИ, ведущий программы «Романтик романса» неоднократно предупреждал родных, что с ним произойдет нечто подобное. Но все считали его слова неким эмоциональным шантажом. Подруга жены рассказала журналистам, что в тот злополучный день супруги Евгения не случайно не было дома. Они вместе уже не жили некоторое время. Сам Евгений лечился не только от зависимости, но и от лишнего веса. Даже недавно участвовал вместе с другими звездами в программе о диетах. Он поправился почти на 25 килограммов, но в последнее время бросил пить. А вот что сообщила близко знавшая Кунгурова поэтесса Татьяна Маругова. Она рассказала журналистам, что его довели до этого страшного шага. Цитата. «Жене посоветовали обратиться к остеопату. Я надеюсь, номер этого остеопата найдут в его телефоне. Этот остеопат творил какие-то манипуляции с его телом, от которых он погружался в очень странное состояние. Об этом он лично говорил своему другу. Со мной что-то сделали, и я не могу с этим справиться. Я знаю, что надо в церковь, но не могу. Это что-то мне мешает внутри». Все это сопровождалось какими-то манипуляциями, типа перераспределения энергии в голос. Так Жене заморочил голову этот остеопат. Плюс прибавился какой-то гипнолог и психолог. Женя жаловался другу. «Пожалуйста, никогда, никогда не обращайся к остеопатам, психологам. От них мне стало плохо. Я очень надеюсь, что имена этих «товарищей» в кавычках – психологов и остеопата найдут следственные органы», – сказала Маругова. А как вы считаете, что на самом деле заставило талантливого артиста сделать страшный шаг? Несмотря на то, что он был успешен в карьере, недавно получил звание заслуженного артиста и у него растет годовалая дочь.